понесла. Вот, утро, просыпаемся. Английский завтрак. Готовимся. Готовимся к новому плодотворному дню. Вчера был итальянский день, сегодня английский. Сегодня, да, английский завтрак у нас. Валентинос. Да, по-английски. Ну, а для английского полного не хватает бекона еще. А у вас же есть... Ну, у нас зато есть сало. У нас зато есть сало. Только имя осталось от сала. Да, сало без шкурки — это уже не сало. Это сало по-английски. Так, тут у нас такой... Здоровая обстановка такая, здоровый кипиш. Тут как заехали, все побросали. Некогда разбирать. Успели открыть только компьютеры. И работаем. Что главное теперь. Так, что там у нас дальше? Леха готовится тоже. К рабочему дню. Да, мы все. Так, ну вот, тут мы живем. Это наша вид из нашей квартиры. Солнце, может, плоховато видно, но что-то примерно вот так вот. В этом ракурсе. Да, в таком вот ракурсе. Не, ну солнце прикольно, смотри, какая погода. Короче, вот так вот. Работаем, отдыхаем. Все у нас классно.